Всем привет! Это мой телескоп с AliExpress. Ссылка на него в описании к видео. Сейчас он продается по этой ссылке. Хотя купил я его полгода назад. Но с тех пор ничего не изменилось. Он также продается, и даже цена не изменилась. Увеличение он дает 75-кратное. Это максимально. Но оно регулируется от 25 до 75. Вот эта крышка снимается. Тут то, что видите. Это колпачок откручивается. Выбираем первым делом кратность увеличения, ставим минимальную, так легче находить объект. Смотрим в объектив и настраиваем резкость вот этим рычажком. Резкость настроили, теперь можно изменить увеличение, можно хоть до максимума. Если прямо на максимум 75, то немножко нечеткое изображение получается. Вот это, что я заметил. Ну, чуть-чуть вот так где-то 65 ставим или 70. Тогда изображение четкое. Увеличение можно регулировать. Если резкость настроена один раз, то все, она уже, ее можно не трогать. Увеличение регулируем, и оно остается резким изображением. Это чехол. Он подходит к любому штативу стандартному. Я лично пользуюсь, это его родной штатив, его направлять вот этой ручкой. Вот, находим объект, который хотим разглядеть. Наводим резкость, потом увеличиваем кратность. Ну вот. Я пользуюсь более длинным штативом. Он подходит сюда тоже, к этой трубе. И вот, если надо куда-нибудь брать его. Лично мне очень нравится смотреть из окна на какие-то удаленные объекты, на крышах далеких зданий. Повторяю, ссылка в описании. Товар хороший, мне нравится. Увеличение, кстати, соответствует. Реально 75 есть там. Ну все, спасибо. Фотографии прилагаются.